Ну что же, всем привет, с вами Дант, и сегодня мы с вами продолжаем Майн играть. Сегодня будем строиться до портала в грибной биом, будь он не ладен. Наверное, единственные места, которые будут не через ад, это... Не эти. Потому что в аду будут у меня проходить пути до грибного биома. То есть сейчас я сделал по-хитрому. Я сейчас тот портал, который образовался у меня, претерепортации сюда, я его снесу и построю выше. То есть вот это вот место, которое я сейчас обезопашиваю, я потом, может быть, его буду переделывать. То есть, может быть, рельс провожу, потому что благодаря одному моду у меня с золотом будет нормас. Единственное, что надо будет афкашить на ферме, и все. То есть на ферме золото афкашить, на ферме железо афкашить. Потому что раньше, например, майн как был. Ты все время что-то добываешь, да? Ты все время, если хочешь чего-то, тебе нельзя сидеть просто так на месте, да? А сейчас в майне дошло до такого, что ты просто создаешь какую-то АФК-ферму. И тупо стоишь на ней несколько часов, и все. То есть даже элементарно, ты, допустим, это что-то сделал, да? Нужен тебе огромное количество ресурсов. Сделал огромный склад, да? Ну это же элементарно. Спасибо тебе, Майнкрафт, за твои поцелуи, лавы. Который... Самое обидное то, что в аду долго этот эффект остается. Эффект горения, мать его. Блин, помню я... Когда-то очень не любил я ванилу играть по той причине, то что, блин, ну как не любил, перестал играть ванилу только по той причине, то что, ну как-то слишком долго надо было, ну все добывать. Было долго, муторно, интересно, да? Сейчас, конечно же, с этим проще. Ну и также с установкой модов стало гораздо проще, чем было когда-то. Потому что до сих пор помню, как я мучился с установкой модов на... Майн буквально, наверное,
Блин, а Майнкрафт, по-моему, 10 лет уже. Лет, наверное, 6-7 назад. А самое интересное, что, по-моему, не, даже некоторым моим подписчикам еще нету столько лет, сколько лет этой игре. Да, вот это, кстати, парадокс. Игрушка, в которую... Ну и в принципе вот, мне считай, спустился и дошел. Но я хочу сделать так, чтобы мне тупо идти и все. Чтоб мне не надо было отвлекаться. Возможно, тут я сделаю либо же... Как нормально люди делают в последнее время, это лёд-водка. Либо же, как я, ленивые. Ну как ленивые с фермами. Сделают себе... по рельсам гонять. Да, по рельсам дольше, но зато муздриться не надо. Хоть и можно на механиках майна очень много чего делать, да? Но, блин, с каждой версии что-то меняется, с каждой версии либо что-нибудь ломается, либо что-то изменяется, блин. Потому что то, это, находясь на одном блоке рядом с лестницей, да, ну как, можно... Что это было? Можно было экономить этот... количество рез, ну, количество лестниц. Тупо ставить через раз. Сейчас же это не прокатит. Потом какое-то время надо было обязательно ставить лесенку. Блин, я тут, конечно же, очень много еще хотел бы попробовать сделать. Ой. Упал. Что нет. Блин, помню, когда-то люди удивлялись разным постройкам и прочему, прочему, прочему. Сейчас люди удивляются больше картам, которые, ну, были сделаны по большей части на механике самого майна. То есть без плагинов, без модов.
Ну, откровенно говоря, чисто на том, что есть. Блин, очень я помню, любил карты Super Hostile. Потому что там некоторые карты были вот реально построены так, что вот фиг его знает, как чувак делал так, что половина всего тупо работало так, как оно работало. Для меня, например, это было лютой загадкой. Мне это люто нравилось. Я не понимал, как это он делал, да? Что для этого он использовал? И прочее, очень много всего. Так скажем, это меня побуждало что-то делать. Также были два ютуберы, которых я тоже смотрел. Одного до сих пор смотрю, второй... Ну, не знаю, что у него там случилось, но... Канал он свой почти перестал вести. От слова «вообще». Перестал вести. Так. Три. Так, значит, у меня точка 2, да? Точку 2 удалить. Точка 1, вот она. Блин, сейчас может быть огромная разница. Удалить. Фига себе звук. Сейчас единственное, что из-за того, что я переставлю портал, получается, он туда. Вроде получается не так уж далеко, да? А по меркам майна это очень далеко. То есть тот портал, который находится у меня там, по факту на поверхности, может тупо не слинковаться с тем, который у меня тут. Тупо из-за высоты. То есть у меня тут вот 105. Дальше у меня буквально там немного, и все, у меня потолок. То есть единственное, что я могу попробовать как-нибудь вот тут вот построить портал и надеяться, что прокатится. Теперь остается только надеяться, что прокатит и все. У меня
тремя больше вариков нету. Прокать, значит, смаковалось. Нет, так нет. Значит, я сейчас буду либо же над водой, либо же я прямо на острове буду. Либо же у меня слинкуется этот портал. Но портал у меня не слинкуется, скорее всего. Скорее всего, появится новый. Я не удивлюсь, даже если в другом месте. О, у меня над водой в 400 метрах от острова. 400 метров, вон. Но мне сейчас... Мне пофигу на это, мне главное, чтобы я когда... обратно попадал в ад, я попадал именно в тот портал и ни в какой больше. Отлично, я попадаю точь-в-точь в тот портал, в который я когда-то ходил. Так. Обратно. Теперь мне вон до туда надо сделать мостик. Вообще самое простое, что и тут достроиться вон до туда. Или наоборот, оттуда. Достроиться вот до сюда. И потом оттуда. Ну-ка. Сколько? Ну, по факту, не очень так уж и жестко. Я примахнулся. О, а тут вот саванна. То есть, портал у меня, как я правильно помню, он... Вон он. Чё это сейчас забыло? Икс. Ну и мне отсюда вот надо вот такую вот штуку построить. Потом отсюда буду строить до туда мост. И в принципе у меня вот тут вот саванна, от которой я буду идти до грибного биома. По факту тот бы сказал бы, и нафиг мне в принципе через обычный мир ничего не сдалось, да? Ну, например, как по мне, можно устраивать целые челленджи, где ты вообще в ад не идешь, но у тебя обрубается сразу несколько моментов. Например, через без ада ты фиг попадешь к Эндер Драгону. То есть у тебя энд, считай, закрыт. То есть, ну, по-моему, кстати, не до конца он у тебя закрыт. Потому что, в принципе, может тебе фартануть. Я уже не помню. А глаза их можно как-то по-другому получить? Да, ну вот как-то вот так вот достроить можно.
Но березы у меня, в принципе, больше нету. Можно было бы вот это дерево использовать, но из-за того, что я... Ну, мягко говоря, не очень образованный, а если по-русски, то дебил. Блин, как... Блин, забыл, как там было весело сказано. Но я этот, как... Я оптимист, который считает, что он бокал наполовину полон. А если в простонародье, то дебил. Загадочное рагу. Ботинки на починку. Спасибо, только вот. Увы и ах. Увы и ах. Так. А, рыбий. Ну ладно. Я думаю, вернусь я уже в следующей части. И к этой. И к следующей части, я думаю, уже построю я мостик до портала. И мостик до грибного биома. Ну и также на базе я сделаю быструю. Ну, не будет это фермой, конечно. Она будет у меня тупо этим. Как его звать-то? Тупо у меня будет. Оно расти и все. Ну, бамбук. Ну что же, на этом все. Всем спасибо и всем пока.